Народное единство – основа процветания народа, нации и государства. Круглый стол под таким названием объединил на одной дискуссионной площадке всех тех, кто трудится в сфере высшего образования региона. Поговорить о том, как сегодня развивается наша страна и какие исторические предпосылки стали фундаментом белорусской государственности. В большой программе мероприятия достаточно большой пласт тем для большого разговора. Организовать такой форум предложили представители объединения «Беларусь». Вузы проект поддержали. Таких мероприятий уже прошло огромное количество с участием «Белой Руси». Мы постоянно эти вещи делаем, именно круглые столы, работу со студентами, приглашаем знаковых людей, потому что время, в общем-то, достаточно такое интересное у нас начинается, и, конечно же, людям не просто хочется что-то услышать, хочется вживую поговорить. Цель этого мероприятия – еще разочек пообщаться. Это вообще должен быть диалог. Не случайно центральной аудиторией проекта была выбрана молодежь. Выпускники высших учебных заведений совсем скоро покинут свой альма-матер и станут полноценными специалистами. А еще они войдут во взрослую жизнь, где им придется чаще задавать себе вопросы и выбирать, на что опираться, формируя свое мнение о событиях и явлениях. Но и их мысли и видения должны быть услышаны. Для того, чтобы быть едиными, необходимо слышать друг друга, прежде всего слышать молодежь, их взгляды, их посылы и, соответственно, обмениваться мнениями. Онлайн-аудитория стала местом проведения большого диалога. Современные технологии дают уникальную возможность общаться в режиме реального времени, слушать, сопоставлять. Организаторы проекта, представители объединения «Белая Русь» уверены, что такие встречи теперь будут более частыми и информативными.